Привет всем! Сегодня у нас необычное занятие. Мы будем шить трикотажную игрушку. Котика из носочка. Вот у нас один носочек есть. Второй носочек, как обычно, потерялся. Чтобы не пропадать носочку, мы возьмем его, отрежем резинку. Вот так вот отрежем резинку. Отрезаем. И сам верх носочка отрежем по линии. У меня тут удачный получился носочек. Так, надо сложить носочек пяткой вперед и вырезать ушки. Как это? Пятка вперед и вырезать ушки. Выворачиваем носочек наизнанку, складываем опять пяткой вперед и зашиваем сверху. Вот так вот мы зашили. Иголочку аккуратненько, не потеряйте. Вывернем носочек. Вот ушки наши, ушки. Мордочка будет, ушки. Теперь. Зашьем ушки. Так? Зашьем ушки. Это у нас будет наша голова. Разцветная голова. Так? Да, потом еще будем ватой натыкать. Набивать. Да. Второе ушко готово. Плотно набьем голову и верхнюю часть туловища игрушки с энтепоном. Одну третью часть энтепона оставить. Он пригодится попозже. Котик, где у тебя глаз? Мама, ничего, что он очень так... Какой котик у нас. Упитанный. Вот, набили? Видишь? Такой упитанный. Тушки у него. Такой упитанный. Так, теперь набили, видишь? Обвяжем шею ленточкой и завяжем на бантик. Пяточка будет мордочкой для котика. Вот у нас мордочка. Ложись, мы тебе сейчас ленточкой обвяжем. Уже красивый, еще не доделали. Только даже газ. Теперь нам сделать надо лапки. Лапки. Разрезать носок посередине снизу. Зашить надрез по бокам и наполнить лапки синтепоном. Вот так. Мамочка, а что разрезать. Такое синтепон? Вот это вот белое. Синтепон, как ватка. Можно ваткой наполнить. Сейчас буду наполнять. Аккуратненько наполняй вот сюда, в лапки. Видишь, вот это его лапки. Мама, это много для одной лапки. Ну, пополам ты сделай. Ты наполняй. Зашивай. Зашивай. Наш синтепончик спрятался. Кот какой, Яночка? Какой кот? Лапаный. Какой? Лапаный. Какой у нас кот? Лапаный. Лапаный у нас кот. Полосатый. Да. А еще какой? Почему? Ученый, папа подсказывает. У него ручки в карманах. Прошить туловище по бокам.
насквозь, слегка натягивая нитку и закрепив ее узлом. Получатся передние лапки. Теперь получились у нас передние лапки. Делаем хвостик. Возьмем отрезанный носочек и подровняем его. Где наш носочек? Тот, который мы отрезали. Вот он. Это у нас будет потом хвостик, да? Вывернем наизнанку и пришьем. Оставим сверху небольшое отверстие, не зашитым. Пока, ты пока набиваешь хвостик, а я сделаю ему глазки, да? Ага. Так, приклеим глазки. Да и пуговички, вот. Вот так, глазки, да? Подходит? Да, глазки и пуговички. Глазки. Глазки. Не глазки, а глазки. Глазки. Уже даже увидел. Одним глазиком. Надо оставить его, чтобы он вылезал. Давай мы сейчас нашьем хвостик. Сзади ему хвостик. Да. Так? Да, сзади. Подойдет? Да. Вот так, вверх. Вот. Это как у лисицы. Это хвост, у него хвост вверх. Вот так. Так или так? Можно так. И будет вилять. Постой. Вот так. Говори. Налево будет хвост. Да, налево. У нашего кота хвост. А вы можете пришивать хвост как хотите. И еще что там еще есть? Надо нашить ротика, да? Давай пуговички пришьем. Так, да? Да. Свой котик, он как хорошо. Умный котик, даже стоять умеет. На хвосте. Даже можно в школе так его поставить? Да, будет на парте стоять. Буквы учить. Только у него хватит бусиков. Это будет для носика. Носик? Да. Не, надо вот так шить носик. Нет, я хочу так. Так я хочу. Можно? Можно. Как у клоуна тогда будет вот такой носик. Красивый, черный. Как у собаки. А как у собаки. Вот наш котик. Он вам подмигивает глазками. Мяу-мяу. Ручки, ножки, бантик. Пришли ему, решили бантик. Решили сделать девочкой. Был мальчик, стала девочка. Как обычно. Ну, пока.